В госбюджете необходимо создать дополнительный резервный фонд для возвращения долгов по пенсиям и соцвыплатам для переселенцев. Об этом нардепы заявили на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики. Депутаты напомнили, что закон о таком фонде был проголосован в сессионном зале еще прошлой осенью, но финансовый резерв до сих пор не создан. Об этом должен был позаботиться Кабмин, считают нардепы. Хочу предупредить. Не дай бог, украинская власть заберет у пенсионера-переселенца или жителя Донбасса, Луганской, Донецкой области право на пенсию и право на голос. Тогда можно четко говорить, лавочка закрывается, нужно бороться за каждого гражданина. Нужно вырывать из лап оккупанта каждого гражданина. Нужно все делать для того, чтобы снова вернуть страну. Мы от оппозиционного блока подали все обращения в Конституционный суд, зарегистрировали законопроекты. Но сегодня коалиция блокирует рассмотрение этих законопроектов и их принятие в парламенте. Поэтому сюда приехали представители всех областей Украины, приехали общественные организации, приехали лидеры мнений с одной целью – донести до депутатов всех фракций сегодня необходимость срочного вмешательства в ситуацию.